Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Максим Траньков и Татьяна Волосожар сегодня официально стали парой не только на льду. Торжественная церемония бракосочетания спортсменов состоялась на крыше одного из отелей в самом центре столицы. О том, как можно растопить лед, репортаж Олега Пакшина, который побывал на свадьбе фигуристов лично. Я объявляю вас мужем и женой! Этот брак заключили почти на небесах. На свою свадьбу на крыше отеля «Ритц-Карлтон» на Тверской Татьяна Волосожар и Максим Траньков пригласили только самых близких – родственников и друзей. Мы теперь женаты, мы теперь супруги Волосожар и Траньков. Вот наши кольца, вот наша свадьба. Всем любви. Вместе на льду они уже 5 лет. Встречаться за пределами катка начали 3 года назад. И только в этом январе, сразу после боя новогодних курантов, Максим сделал Татьяне предложение. Я в душе и в сердце всегда знала, что это произойдет. Тренер Нина Мозер для Волосожар и Транькова как мама от спорта. Это она увидела в опытных фигуристов то чувство, которое сегодня привело их к алтарю. А сначала к олимпийским медалям Сочи. Потом было 1,5 года забвения. Из-за травмы Максима пара не выступала, но не распалась. Они как будто стали даже сильнее и здоровее. И сегодня готовы вновь покорять даже олимпийский олимп. Мы хотим на Олимпиаду, мы хотим вернуться. Вернуться достойно, выступать. Пока этот сезон у нас называется «Возвращение». А дальше мы будем уже, я думаю, с большей активностью выступать и соревноваться по полной программе. Неделю назад только вернулись со сборов. Но, в принципе, пока что все удалось хорошо. Нам, мы абсолютно счастливы. Все, что мы задумали на нашей свадьбе, пока что проходит абсолютно замечательно. Вот, поэтому мы очень довольны. Душевно, очень волнительно и в то же время счастливо. Подготовка к свадьбе заняла почти 1,5 года. Только платье невесты шили 4 месяца. На вечеринку в честь бракосочетания съехались больше 100 гостей. Конечно, много фигуристов и тренеров. Стефан Ламбьер специально приехал из Швейцарии. У меня всегда были хорошие отношения с Максимом и Татьяной. Когда они наконец стали парой, я был очень рад, потому что вместе они выделялись и по-прежнему были счастливы. Я думаю, что со временем это счастье становится больше, и желаю им всего самого наилучшего в будущем. Торжества в честь свадьбы Татьяны Волосожар и Максима Транькова продлятся сегодня до поздней ночи. Ну а потом спортсмены начнут снова собираться на сборы. Их медовый месяц совпал с контрольными прокатками в сборную страны. Они пройдут в Сочи, городе, который сделал их первой парой в фигурном катании в мире. Олег Пакшин, Михаил Девяткин, Егор Долинский, Владимир Кальский и Максим Щепилов. Вести, Подмосковье.